Как проверить наличие матки в улье? Большая семья. И вот я приехал и не вижу. Семья эта отроилась. Не вижу никакой матки, не вижу никакого засева. Не могу найти. И вот вчера приехал. Как проверить? Проверить очень просто. Взял рамку с другого улья и поставил вот сюда. Поставил в этот улей с расплодом, однодневным расплодом. При отсутствии матки, если нет матки, ни плодной, ни молодой, никакой матки нет, ставим рамочку с однодневным расплодом. И в случае, если пчелы потянут маточники, то это и будет показатель того, что матки нет. Ну вот, я ее тщательно проверил, нигде никаких маточников нету. Пчелы как работали спокойно, так и работают. Значит, из этого можно сделать вывод, что матка есть. Есть молодая матка, которая еще не сеет. Ее не видно. Маточники не потянули. Поэтому я уверен, что здесь матка есть. Вот такой способ, друзья, особенно вот начинающие спрашивают у меня, как узнать, есть ли матка в улье, как ее проверить, сеет, не сеет. Тут много таких вопросов задается. Самый простой, надежный способ. Берете рамку с другого улья со свежим однодневным расплодом, однодневным, двухдневным, яйца, чтобы были. И ставим в эту семью. Достаточно одного дня, чтобы это увидеть. На следующий день приезжаем, смотрим. Нет ни одного маточника, ничего не потянули, все. Значит, отлично. Молодая матка в улье есть. Просто нужно подождать, когда она начнет сеять. Обычно молодая матка после того, как выйдет, ну, примерно где-то дней через 10 уже можно наблюдать, для верности через 12-14 дней, все зависит от погоды еще. Она начинает сеять, потихоньку кладет в ячейки, там буквально считанное количество яиц, сразу это можно не увидеть, но потом с каждым днем она все лучше и лучше, больше и больше, и тогда уже видно. Как только засев увидели, все, можете матку не искать. Тем более, если семья большая, вот так вот пчелы много, невозможно это найти. Ну, уже вы можете быть уверены, что матка есть, поэтому дальнейшие действия, переживания по поводу ее отсутствия или наличия уже не должны вас волновать. Вот такой вот, друзья, короткий ролик. Кому понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Дальше будет, как говорится, больше, лучше и интересней. На этом все. Пока, до свидания, до новых встреч.